Хорошая щука. Пасть открыта. У Иваныча разжим. Должна быть сработка. Где-то по-любому еще. Красота какая. Чи-чи-чи-чи-чи. О, вот это. Хрен ей. Ну вот это уже оно, да? Это она. Это она. Привет, пошел, сработка. Ребят, всем привет. Я вас приветствую, ребятки. Привет. Мы с Сергеем Ивановичем, короче, приехали открывать лед. Да. Откроем лед. Вот смотрите, даже это самое открытое русло еще. Ну, под берегом прекрасно. А там всегда оно открытое. Это градусов 17, надо 20. Чтобы замерзло, чтобы, да. Закрыло, чтобы можно было на ту сторону. Короче, мы будем очень осторожны, да, будем, ну, сейчас это, да, пробовать. Как всегда, первый лед — это жерлица. Будет щука, не будет. Нам, честно говоря, по барабану. Нам главное с Иванычем, да. Вот, природу посмотреть. Я как всегда говорю, да, Сережа? Да. Это природа, это все. Это наша жизнь. Вот. Берегите природу, она вас благодарит. Ну, щука должна быть обязательно. Вот так. Давай, Иваныч. На стол должна быть. Щука должна быть. Погнали. Давайте, ребята. Ну, осторожно, ребята. Аккуратно, тут скользко. Да, с самого начала вот бывает даже, вот смотрите. Пустой. Тихо. Хорош. Ну, как это, наступил на палку. Красава. Спуск скользкий. Вот там слева, Сергей Иванович. Вот там слева. Берег это там, вот видите, она начала, вода сбрасывается вода, и оно пустота вот здесь. Вот здесь можно провалиться, в этой пустоте. Ага. Аккуратно надо пройти на основной хороший лед. Проходим и пробуем лед. Вот видим, рушится. И пробуем, раз. Вот, пожалуйста. Вот мы сейчас промерили лед. Промерили. Ну, здесь, конечно, ребята, здесь... Сколько? Вот, десяточка. Тут вообще можно, да, Иваныч? Здесь можно, здесь уже смело можно. Все. Но... Ну что, вышли на лед? Да, есть контакт. Есть контакт. Есть, ребята, есть контакт. Иваныч, я же тоже хочу. Ну, конечно, это... Я же тоже хочу. О, хорош. Ну что, давай. Малыха первая, жерлица. Сейчас мы тут их расставим в шахматном порядке вдоль русловой канавы. Вот так вдоль берега. И под камыш везде у нас сегодня будет. Вот. Всегда волнительно, страшно. Хочется что-то и поймать, и не хочется булькнуться в воду. Живец караси. Сейчас мы сразу отмеряем дно. Тут глубина хорошая в этом месте, метра... 3, наверное. Такая хорошая глубина. И как мы делаем? Ставим 1, 2, 3. Ну, 3-4 оборота. И все. Нам этого будет достаточно. Флажок, стопор. И цепляем сюда карасей. Так, эта жерлица готова по живчику. Вот он, карасик. Смотрите, хорошенький. Отличный карась, может даже чуть крупноватый на живца, но в целом нормально, сойдет. Может, щука будет зато нормально клевать. Дальше уже не надо, Сергей Иванович, дальше страшно. Это край. У нас сегодня мокро, после 10-градусного мороза. Сейчас где-то минус 2-3, снег с дождем пошел. На дорогах просто пипец. Вот. Короче, так, ничего. Все будет добре. Все будет добре. Жерлицу, пацаны, я ставил возле камыша обычно всегда. Но все зависит от места, хочу вам еще сказать. Если бы это было водохранилище, залив, я бы, конечно, ставил ближе к камышам. Да как это речка, то щука тут чуть-чуть. Дальше, так сказать, стоит 1, 2, 3, 4 на первой бровке. Ну вот я именно тут на первой бровке, на этих ямках хочу и пробовать ее искать. Может быть такое, что мы расставимся, у нас будет всего лишь несколько поклевок за целый день. Легко. Но надеюсь, что на такого карасика крупного, как этот, они будут нормальные щучки брать. И все будет хорошо. Иваныч пробует ловить окуня. Сергей Иванович, ну шо? Молчит пока.
на блесенку. Пацаны, сработочка первая. И крутит походу. Смотри, да. Пошла крутить, вот она. Сейчас будем ее втыкать. Смотри. Первая сработочка. Покрутила и бросила, что ли? А так хорошо взяло. Сейчас посмотрим. Пока я доставлял те жерлицы, у меня тут уже бобу. О, пошла крутить. Крутит. Есть там щука. У меня уже сработка. Хай сильнее покрутит, заглотит. Карасики крупные. И посмотрим. Может и карась, конечно, это крутит. Щука быстрее бы взяла. Ну, а хрен его знает. Фух. На эмоциях первая сработка в этом году. Я еще ставлю такое те жерлицы, не пойму. Смотрю, ту-ду. Как стрелян, думаю, че я плохо поставил, чешу. Странно. А может мелкая не смогла съесть его. Ну пусть пожует. Посмотрим сейчас. О, давай, крутит. О, пошла. Да? Так, по полоборота, знаете, как будто карасик подплавают и поддергивают, короче. Странно. Очень странно для щуки. Больше нет сработок. Обычно, если одна, то где-то еще. Ну, не знаю, наверное, буду сейчас засекать, посмотрю, что тут. Есть. Что-то мелкое. Да. Первая. Вообще кроха, капец. Грамм 300, наверное. Охренеть, вот эта щука. А удар такой был силы, как будто там мамонт сидит. Первая щука в этом году, да? Ой, такой. Ой, ты малек, ты мой, колесенький. Она еще меня взяла с краешку вообще-то. Что это самое, живой еще? Живой? Ага, хай пригодится, ну покешьте ее. Ну вот она, ребята. Ну грамм 300. Да, где-то так, ну чего? Топим, да. Нет, желание загадаем. Да, загадаем, Иваныч. Я думаю, у нас, Иваныч, желание общее в этом году у всех, да? Да. Ну, давай, иди, иди. Мира иди, всем. Иди, иди себе с Богом. Все. Иди себе с Богом. А клевал, как будто ну, а здоровенный подсек такой. Голодненький, наверное. Да? Голодненький, наверное. Ну ничего. Голодненький. Сначала. Все это самое. Не надо там химичить, что-то там грузить. Если есть, я вас подручно. Дайте гляну, что у вас. Да, подручно. Материал. Опа. Вот, пожалуйста. Вот здесь у меня палатка нет, я не поставил. Вот двойничок, он уже старенький, уже работал. Вот. Опускаем. Крючок? Вот, крючок вот он. Где? Вот крючок в этой. Вот. Ага. Я же это сам одел то в этот. Вот. Раз. И глубину меряю. А, глубину померить? Да, меряю глубину. Вот. И пошел. И вот она эта самая вот. Катушечка, а на жерлице нету грузика, да? Раз, все. Вот у меня вот подтянул, услышал дно. Раз, вот, оп, натянулось. Так, вот сюда ее, раз, под этот. Я вам красненьким отметил, чтобы оно видно. Где-то видно вот. Раз, два, ну три оборота. Раз, чтобы он там по на дном лазил. Ну, можно четыре. Сергей Иванович, я краси рулетка рыбу мерять, да? Да, и рулетка сразу, чтобы иначе рыбоинфекция нас... Рулетка рыбу мерять. И там, чтобы меня видно было. Раз вот тут заострил. Опа, и я пошел. Вот они хорошенькие. И хвостиками шевелят. Караси. Но я обычно ее, это так, если сильный мороз, я его укутаю. Угу. А сейчас не так мороз. Сейчас нормально, да. И все, ставим, чтобы оно... Ну что, жерлицы стоят? Ждем, пока кто-то из них сработает. Я думаю, еще должна быть сработка по-любому какая-то. По любасу. Ребята, у меня очередная сработка. Но я снимал. Сейчас Сергей Иванович будет ее доставать, короче. Сейчас посмотрим. Надо же Иванычу. Ну давайте, Иваныч. Подождем. Подходим.
остановилась, да? У меня крупные караси. Не надо спешить, не надо спешить. Ну, если она это самая и выплюнет такую. Иваныч, тихо, тихо. Да все знают, как рыбу ловить. О, значит, ну остановилась, она пережевывает. Ну, а теперь... Ждем. Похлопаем ладошки быть. И смотрим, что это. Да рано, Иваныч. Даже вот так вот ее. Раз. Опа. Есть? Есть. Малышка. Вот такая. Ну, это чуть-чуть больше. Да. Это уже, ну, уже это самое... На рыбу похоже. Уже на рыбку похоже, ребята. Ну, симпатюля. Что, симпатюля. Заглотила, жадно взяла. Жадно взяла. Иваныч, ну что, поздравляю. Есть, все. Контакт. Есть. Иваныч, слышите? Пишите не надо. Ну что, этот, вы на мою поймали, а я на вашу. У Иваныча сработка только что. Пока мы снимали эту щуку, сразу же, моментально, на его старую дедовскую жерлицу. Думаете, холостая? Ну, будем посмотреть. Ну, сейчас посмотрим. Но у меня тоже не крутило, вы засекли так. Нет, так она заглотила тебя там. Да? Сейчас я пойду рожимчик возьму. Ну что, пробуем? Да, пробую. Так, скорее всего, ее... Она уже крутила, она русла рядом. Самое что прикольное, мы ж почти возле открытой воды. Это все. Нет ничего. Пустота. Посмотри, намотала хорошо. Не битый карасик. Карасик хороший. Нет, целый, да? Холостая. Короче, холостая сработка у Иваныча. Ну, а я свои жду, по-любому, что еще должно быть. Должна быть сработка. Где-то по-любому еще. Где мы с Иванычем заходили на лед, уже вода. Вышла под берегом вот трещина. И все, представляете? Снежок вот припал. Короче, наколенники меня спасают. Супер. Ну, что ты тут? Мотать будем? О, мотаем. Слабенько, правда. Но мотает кто-то. Пошла мотать. Есть. О, нормальная вроде. Будем чуть попускать, чтобы брыкается. О, оба, чуть-чуть назад. Хорошая щучка назад. Оба-на. Это уже нормальная. Хорошая щукедла. Вот такая тушка. Хорош. Хорошая щука. Хорошая щука, да, я. Пасть открыта. Разжим. У Иваныча разжим. Опа. Есть. Есть. А мы сейчас как раз. Ну, он есть, это сам вот. А ну сейчас покажите. Да. Не шатайте только. Окей. О. Сейчас чуть-чуть держи, еще. Сейчас тришечки буду все. Держите только. Держи. Чтобы она мане не сделала. Опа. Все. А готово. Ну хорошая такая, да? Съедобная щучка. Где-то кило два. Два? Я думаю, полторуха. До двушечки, да? Ну хорошая. Хорошая. Это уже результат. Конечно. Вот она, красная. Ну есть. Нормально. Ну вот это уже оно, да? Это она. Это она. Это уже растой. Да, это уже есть. По колено. По колено. Колено. Класс. Ну я ж не гном. Ребят, как говорит мой батя, какой живец, такая щука. Вот кабанчика побольше поставил, карася большого, крупная и клюнула. Вот, и хорошо. Но не всегда, там были караси, допустим, тоже крупные, но клевала щучка вот мелкая в начале дня. Но ничего. Все равно шансов поймать на крупного карася, крупную щуку больше. И мелочь так долбить не будет. Отлично. Работай. Работай. Обратил внимание, вот глянь. Что? Смотри, вот эту щуку еще кто-то еще щучанин. Смотри. Глянь, это не наш удар. Может, она зацепилась там.
Не, а это не наш удар. Где-то что-то ее тоже кто-то гонял. Наверное. Смотри, а там, глядь, а там, слышь, а живец остался, смотри. То ей на потом. Завтра здесь. Короче, пошли мы перекусим. А то мы так и не можем покушать. 12, а мы не завтракали. Да. Снова очередная сработка. И мотает. Иваныч, мотает, смотри. Только не кричи тихонько. Чи-чи-чи-чи-чи. О, вот это. Хрен ей. Хрен. О, хорошенько. Ну, телепается, может, как там уже. Кажется, килуха. Не, назад. Багорчик, давайте багорчик. Чтоб она не перекусила. Давай багорчик. Может и без. Побежал Иваныч. Не, не надо, я достал, Иваныч. Иваныч, лучше разжим. Разжим, готово. Килушка. Я думаю, да, готово. Килушка готова. Хорошенькая. Красивая такая. Супер. Уже шо? Работает. Давай, я вытащу. Да, то давайте я скажу за плоскогубцами, да. А я ж кричал, разжим. То все чаек ваш, ваш слух нарушил. Вон он. Да не, я за плоскогубцами пойду по-любому. Иваныч, не надо, не Сергей Иваныч. Все, я Иваныч, я прошу. Вот, ребят, не повторяйте. Не, все, все, никогда не так. Привет, дед, конечно, железный. Железо. Железобетонный, блин. Пожалуйста. Ну хорошенькая. Это ну та ж. Это была метровая, блин. Это по, та по колено, а это докуда? А это вот. Чуть ниже колена, да? Не, ну хвост я разберу. Блин, Сергей Иванович, ну короче. Супер. Съедобная. Оно. Не, главное принцип, слышь, вот это, да. Давай, вот это радость, когда это, что-то это, да. Жесть. Мы ее обсчитали. Да, нормально. Не на нас, а мы, ну уже сколько раз. Две, дорогой, еще одна. Две нормальные щучки уже, вот. Еще, и пускай они кажут, там, хлопцы кажут, что мы одну штуку, ту же самую щуку фотографуем. Надо, подивиться. Подивиться, что мы, о. Не одна, вот та самая, разная, да? А то это самое. Вот они, да? Кажут, что они... одно и то же фотографували. Ось вони. А ту випустили, ви бачили, ми випустили да, малька. Да. Малька-малька весь пішов, так. Да. Ой, красавчик. Витаскував крючок, бачиш? Все одно хапанула. Я ж говорив, Іванович, нельзя так делать. Ну нельзя, значить, без режима нельзя, ребята. Это ну, так, на эмоциях, как говорится. Значит, палец откусит. Я когда-то в детстве откусит. Думал на спину, поймал щуку, думал, дрыкается в лодке, думал, как дам ей сейчас, прям вот так. Короче, рассек себе палец об ее башку. Сережа, да, иду. Ждет, все, иду. По льду видно даже вот по кромке, что ходить туда, ну нафиг. Чем ближе подойдешь, вот, чем крайняя жерлица. И все. Буль и ушел. Сергей Иванович, не страшно там ходить? Пока еще нормальный лед, да? Нормальный? Нормальный лед. Все посмотрим, будет? Ну, глубина здесь обалденная. Как вообще часто, Сергей Иванович, перестановку жерлиц делать надо? Ну, пару раз за рыбалку? Ну, час пока, ну, пускай час постояло, ну, два. Ну, если целый день, он говорит, ребята, там мне ни одной поклевки. Ну, как это ни одной поклевки? Меняйте ее, меняйте местами, смотрите, где там камышек, это где-то палочка стоит, и камышиночка. Вот оно в чем дело. Она где-то спряталась стоит. Это вы что, будете ждать, пока она подойдет, пока это там. Ой, это вам рассказывать, это молодежи рассказывать. Надо шукать. Старики знают, надо искать, надо переставлять все, когда она это подойдет. Сейчас покажем, где бобры. Бобры носят себе и на зиму пищу готовят. Вот. Вот они носят себе ветки. Понатворили эту деревню. Мы потом покажем, где они какую кучу. Там трехэтажное здание себе сделали. Да, бобры. Лед нормальный? Да, нормальный. Аккуратненько. Я сейчас пройду. Вот они работают. Вот. Да. Ты провалился, бобер. Спасибо. Бобер?
Да, смотри, тут аккуратно. Пустой, да? По камышам иди. Ага, все. И да вон, я вижу отсюда, Сергей Иванович. Попиляли все, смотрите. О, чистокол. Не, это вон, это что, слышь? Ого, это вон завтракал. Завтракал, да? Завтрак у него. Видишь, какой, завтракал. Какую ветку покусал. А нет, он... Какую дырку прошла. Слышь, его может это самое, у меня дрова есть еще там лежат. Может его надо пригласить, чтобы он мне этот, дрова попилил. Надо, чтобы дрова попилил. Попилял дрова. О, а вон, лавочка. Да, свежак. Я вижу, вижу. Капец, вот это зубами такими. Охренеть. Это охренеть, Иваныч. Не каждое. По выбору, такое мясо. Да, то, что вкусненько. Вот то не пилял. То не, и грушу нет, то, что груша... Наверное, не по зубам. Тверда. Наверное, не хочет. Да, да, да. На закуску оставить. Да, то на потом. Капец. Не, ну вот это бревно, конечно, а по... Это в прошлом году, смотри, глянь. Это в прошлом году, да. А тут свежачок, глянь. Пошурал. Ну, он там живет. Иваныч, пошли, у нас сработка, сработка, сработка. У Иваныча сработка на самодельных. Не возьмем так. Погнали. Иваныч, давай. Давай, бежал. Вперед, пошел, пошел, сработка. Ого, ее аж это откинуло чуть-чуть. Она все вымотала. Все вымотала. Есть? Есть. Хорошенько? Хорошенько. Значит, аккуратно. Хорошенько. Так, Аня. Иди сюда. О, вот, молодец, Иваныч. Красава. Поднимай, показывай. Вот она, красава. Показывай щуку, Иваныч. Вот она, красава. Хорошая. Есть. Молодец! Молодец! Давай положим. Только поставь. Ложи, ложи, ложи. Только хорошенькая такая. Хорошенькая. Тоже полторучка где-то. Фух. Довольный. Да, конечно, давай, довольный. Давай. Конечно, довольный. Фух. Класс. Так. А класс. Если на какой крючок вы посмотрели, сейчас я вот вытащу. Там маленький, да? Да там вообще летний крючок, что я ловил. Я их два связал кучу. Да вот, смотри. А, я вижу сейчас. Вон, два я их связал кучечку. Ну, это ж шестерка. Вот она и заглотила аж. Да. Ну что, отлично, щука. Молодец. Хорошая. Отлично. Вот такая красава. А, что, мы плохих не ловим, правда? Мелочевку мы выпускаем. Мы ловим только плохих, хорошие остаются в воде. Да, хай живут. Так пускай живут. Хай живут. Классно. Живца не сюда. Да, меняем и дальше. Отлично. Не, это чуть видно это. Опа. А мне кажется, что она была в сети. Была смотри, когда-то в детстве. Глянь, смотри, горбина. Видишь, вот горб. Да, была. Это была в сети. В детстве когда-то, да. Где-то, да, где-то это самое, видишь, она аж горб. Есть. Видишь? Ну в этих по нету, смотри. Да. Глянь, видишь, в этих нету. Горбинки. Да, ну ничего. Ну, ничего. На вкусный влияя, правильно? Ну я тут думаю. Ну все, давайте. Молодец. Щука красивая рыба, просто капец. Хвост у нее. Просто хвост у нее, как у, я не знаю. Бля, пацаны, еще одна. Еще одна сработка. Да я вижу. Я не успел переставить первую сработку. У нас уже вторая. Твою мать, крутит. Не успел переставить. Может, тут хоть что-то побольше. Капец, там ведро еще стоит. Возле той бутылки. Охренеть. Сразу вторая. Так ловить, конечно, да. Интересно. Но тоже не мотает. Видите? Ударила, стала и стоит. Чи тоже мелкая, чи... Чи хрен я знаю. Хоть чуть постоит, что ли? Я не знаю. Тут карась крупный. Ага. Не, ничего не идет. Вот туда, Сергей Иванович. Там, да, камера, чтобы ребята видели. Ну что? Да ничего. Тогда тоже я долго ждал. Да?
Угу. Это уже тогда долго ждал. Пусть постоит секунд 20-30. Это она сама вроде хорошо себе подтяжку сделала. Я там тоже долго стоял, ждал, думал, что оно типа будет. Но будет ли оно что-то, поняли? Сейчас тоже вот не крутит. Странно, блин. Пережевывает, да? Пока крючок не попадет. Вон прям та жерлица стоит. Первая. Где только-только была сработка. Капец. Мы сейчас глянем, да. Долго уже. Долго уже. Не, карасик. Видно, мелкая щучка. Карасик, да, карасик битый. Да, зубки нормальные вроде. Ну, да ничего, он полоснул. Зубки видишь, нормальные, да. Блядь, полоснул. Угу. Да, да, все было круто и хорошо. Уже снежок такой поплотнее пошел, и темнее, да. Поедем домой, потому что комендантский час, и вообще уже, ну, нарыбачили. Сергей Иванович, класс. Все, спасибо. Рыбалка офигенная сегодня. Отличная рыбалка. И сработки. У нас щука есть, мы вам показали. Да. Все хорошо. Щука есть. Еще раз покажем, чтобы не говорили, что поймали в прошлом году, а поймали в этом году. Да. Все, ребят, всем мира, всем добра. Да, да, да. Всем пока. Это очень красиво. Всем пока, ребята. Привет всем. Крепитесь, ребята. Как-то так получилось, что для меня зимняя рыбалка как и не заканчивалась. От зимы до зимы, без лета, без весны. Крепитесь, ребята.